38 заявок от нижегородских ученых направлено на первый конкурс Российского научного фонда. Заявленные проекты затрагивают различные сферы. Это инновационные производства и материалы, интеллектуальные транспортные системы, цифровые технологии, медицинское приборостроение, а также экология. Все разработки соответствуют приоритетным направлениям деятельности Нижегородского научно-образовательного центра. Как отметил директор центра Игорь Федюшкин, грантовая поддержка предусматривает финансирование проектов научных групп, в которых работает до 10 исследователей, а также малых научных групп, в которые входит от 2 до 4 человек. Первые будут поддержаны грантом в размере от 4 до 7 миллионов рублей в год, а вторые получат до 1,5 миллиона рублей в год. Финансирование проектов победителей начнется уже в следующем году. Служба информации, Сергей Щеплягин.